СССР, Одесса. Все, Гриша, хватит уже сидеть дома у телевизора. Я взяла билеты, и завтра мы идем в наш Одесский драматический театр. А что там завтра показывают? Трагедию. Живой труп. Опять про Ленина. На знаменитый Одесский ликерно-водочный завод в Одессе приходит комиссия и вдруг на доске почета видит фотографию человека, абсолютно похожего на Ленина. «Кто это?» – спрашивает комиссия. «Это Рабинович, наш главный бухгалтер. Пригласите его, пожалуйста». Приходит Рабинович, комиссия внимательно его разглядывает и говорит: «Товарищ Рабинович, надо бы вам как-то изменить свою наружность, стиль, одежду, походку». «Ну, допустим, батенька, изменю походку», — отвечает Рабинович. «А куда прикажете девать революционные идеи? Ах, и интересно будет мне у вас узнать». Одесса, сегодняшний день. У профессора Арона Яковлевича Мерседесера спрашивают: «Как вы думаете, профессор, что нужно изменить, чтобы российские автомобили соответствовали мировым стандартам?» «Нужно изменить мировые стандарты».